Залезский. Еще один на штрафную. Вот здесь первый мякиш. Скидка. Скамыш, Максим! Скамыш и радость! Радость со стороны трибуны жодинского торпеда. Ну что ж, выравнивают положение дел футболисты жодинского торпеда. Получается здесь создать опасность. Посмотрите, да, Максим Мякиш не зря пошел вперед. И здесь же Максим Скамыш. Вот такая вот, да, взаимодействие двух Максимов приводит к тому, что Жодина открывает счет своим голам в равное положение дел. Но сейчас Ковалев против Гурбана. Ковалев. Еще одна попытка на обыгрыш. А вперед Шукура.